«Парад-идей» — это классный грантовый конкурс. Я думаю, что мой проект важен для города. Конкурс «Парад-идей» делает город лучше. Что-то неизвестное, и есть определенное волнение, потому что ты не знаешь, что будет, какие тебе будут задавать вопросы, там, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, совсем чуть-чуть есть, да, волнение. Я думаю, что эксперт оценит его хорошо, потому что он такой достаточно масштабный, интересный, и он уже давно лежал на поверхности, просто нужно взять и реализовать его. Я думаю, что жюри оценит очень хорошо, потому что в предварительном голосовании наш проект выиграл. И, в принципе, наша организация достаточно в нашем городе известная, и поэтому, что все будет, я думаю, что все будет хорошо. Я участвовала первый раз, мне сначала было это очень волнительно, я очень-очень переживала, но в процессе уже конвейера, проходя каждую станцию, я понимала, что люди, которые сидят на каждой станции, эксперты, они помогают тебе. Это был мой первый парад идей, я очень долго к нему готовилась и думала, как же это будет, но это прошло интересно. Мне кажется, что многие ребята, которые талантливые сегодня, смогут какие-то свои проекты защитить, показать миру и, возможно, даже выиграть, чтобы эти проекты были у нас в городе. С одной стороны, это очень такое стрессовое, да, мероприятие, когда люди оценивают твои идеи. С другой стороны, очень полезное, потому что они со стороны смотрят и видят, что ты можешь улучшить, что ты недоработал, и как сделать так, чтобы наконец-то, ну, проект был не то чтобы идеальным, но уже таким завершенным, хорошим, целостным. По содержательной части достаточно хороший уровень подготовки. То есть люди подумали, с кем они будут работать, какая цель проектов и с точки зрения именно молодежи, какой выхлоп мы получим от этих проектов. Сегодня на конвейере были достаточно разношерстные проекты. То есть некоторые из них действительно очень актуальны и город в них, можно сказать, нуждается. Были проекты, которые мы отправили на доработку, которые еще не до конца продуманы и в которых есть потенциал для развития. Счастливы, это отличный день, продуктивный. Целый день мы работали, переживали, защищали проект.
Естественно, море положительных эмоций. Любые инициативы, молодежные инициативы, они должны поддерживаться. И какая бы идея там ни была, важно получать какой-то фидбэк, какую-то отдачу, ответ, какие-то комментарии. Комментарии экспертов были крайне полезны. Естественно, мы все учли. В некоторых моментах пришлось поспорить, доказывать, что это действительно нужно, что это действительно необходимо. И у нас все получилось. Особенно приятно, что в этом году выросло качество проектов, были действительно интересные проекты, интересные заявки. Когда я смотрю на участников парада идей, я понимаю, что у России, у Новосибирска есть будущее. У меня есть эта надежда. И эта надежда живет в этих ребятах, которые участвуют. Побеждают, не побеждают, неважно, главное участвуют.